оружие регистрировалось непонятно как, каким образом. Непонятно, кому выдавалось оружие. Много оружия ушло за пределы нашей страны в виде дарственного, наградного кода оружия. И много об этом тоже говорило. Сегодня вот я специально сюда принес свой пистолет. Вот смотрите, вот он здесь лежит. Я его сюда принес. Этот пистолет дарственный. То есть меня его наградили за определенные заслуги. У меня есть на этот пистолет указ, который был подписан президентом, но я его не могу нормально зарегистрировать. Это очень важно.